Институт генной инженерии. Это называется выживший? Клетки сохранились, для меня достаточно. Установили, кто это? Пытались, но компьютеры спасовали. У нас с вами в клетках всего по 40 с небольшим хромосом. Этого хватает для передачи наследственной информации. А здесь у него 200 тысяч хромосом. Какая-то ошибка природы. Да, вот бы посмотреть. Прошу сюда, господа. Извините. Так. Итак, генерал, хочу пояснить. Это нормальная человеческая цепочка ДНК, как у вас, у меня, у всех. Смотрите. Эта молекула ДНК состоит из тех же нуклеотидов, но их больше. Они плотно упакованы, явно целенаправленно, будто оно создано искусственно. Опасность есть? Нет. Мы провели молекулярное сканирование. Клетка, за неимением лучшего слова, безупречна. Ладно, колдуйте. Лишь бы гость был вежливым. А то размолочу его на кошачий фарш. Приступайте. Восстановление тканей. Начинаю ультрафиолетовую обработку. Последняя стадия. Облучение клеток ультрафиолетом стимулирует защитную реакцию организма, то есть наращивается кожа. Надо же. Реконструкция завершена. Сдвинуть кожух. Я говорил, безупречно. Термоповязки. Я бы сделал пару фото в архив. О чем она? Не знаю. Фонетический детектор. Стекло прочное? Бронированное.